Здравствуйте, друзья! И я приглашаю вас совершить аэропутешествие по поселку Архангело-Пашийский завод Строгановых. Основным производством, которое Строгановы развивали в своих владениях, было солеварение. Металлургия в их вотчинах существовала скорее как производство вспомогательное, призванное обслуживать солеварную промышленность. Но огромная потребность в металле, которую Россия испытывала в 18 веке, острая конкуренция со стороны казны и предпринимателей, а также благоприятная рыночная конъюнктура заставили Строгановых обратить внимание на развитие металлургического производства. Первым инициативу проявил Александр Строганов, приказчик которого Иван Наумов. За период с августа 1750 по апрель 1751 года подал сразу три заявки на железные руды с просьбой разрешить строительство завода на одной из трех речек – Рассольне, Тесовой или Пашии. Канцелярия правления поручила освидетельствование этих участков Бергешварену Княгинкину, который дал отрицательное заключение на строгановские предложения. Речки Рассольная и Тесовая оказались маловодными, а на Пашии место хотя и было признано удобным, но за крутостью течения речки пространство пруда будет мало, и весной в большую воду затем же плотину беречь весьма трудно и едва ли возможно, писал Княгинкин. Таким образом, по его воле, момент создания Пашийского завода был на определенное время отсрочен. Но уже в 1785 году княгиней Анной Голицыной на речке Пашия, в правом притоке реки Вежай, был основан железоделательный завод, который получил название Архангело-Пашийский. Завод получил это красивое название в честь небесного покровителя князя Михаила Михайловича Голицына, архистратига Михаила. В 1884 году в горном журнале была опубликована большая статья о рудниках Пашийского завода. В ней говорилось о заводе. Заводское селение, окружающее самый завод, и маленькая деревенька Всесвятская в 12 верстах к юго-западу от него – единственные населенные пункты заводской дачи. Дача представляет собой гористую местность, прорезанную многочисленными быстро текущими речками, покрыта дремучим, почти непроходимым лесом. С запада, севера и востока к Пашийской даче примыкают такие же безлюдные пространства. Производство Архангело-Пашийского завода заключалось в выплавке чугуна и выделке различных сортов железа. В нем были устроены три доменные фабрики: пудлинговая с четырьмя пудлинговыми печами, кричная с семью кричными горнами и сварочная, в которой было три сварочные печи. Работали прокатная и резная машины, кузница с четырьмя горнами, слесарная фабрика, шинкарная фабрика с четырьмя печами, действовала лесопильная мельница. Материалы, употребляемые на заводское действие, как то железная руда, флюс, дрова, уголь и прочее, заготавливались в заводской даче с использованием труда заводских рабочих и крестьян. Рабочих при заводе состояло 1724 человека, но из этого числа использовалось для работы только 920 человек. Дача Архангело-Пашийского завода занимала 222 103 десятины.
год основания завода были возведены плотина и доменная печь. В 1788 году построены вторая домна, кричная фабрика и кузница. В 1818 третья доменная печь. В 1825 на заводе появилась лесопильная, а в 1839 шинкарная и слесарная фабрики. А на следующий год пудлинговые печи, прокатная и резная машины. Производство металла было на подъеме, и в 1840 году с целью увеличения выпуска продукции на речке Пашия в 3 верстах выше Архангела Пашийского завода была устроена плотина и заложен передельный завод с 4 пудлинговыми печами. Назван он был Михайловским в честь сына Александра Михайловича Голицына Михаила. Сейчас это нежилое урочище Михайловское. Серия роликов об этом месте уже есть на канале. Ссылки смотрите в подсказках. Чугун, выплавляемый на Архангело-Пашийском заводе, в продажу не поступал, а шел на передел железа или использовался в отлитых припасах на заводе. Железо же отправлялось в барках по рекам Вижаю, Вильве, Усьве, Чусовой, Каме и Волге до Нижнего Новгорода, где сбывалось на ярмарке. Дома первых поселенцев рудокопов Таранчихинского рудника были расположены по правому берегу реки Вижая, близ устья реки Таранчихи, в районе поселка, который ныне называется Егошихой. Вернее, правильнее сказать, района, который сегодня называется Егошиха. Это название напоминает о более древнем поселении Коми-Пермяков, которое располагалось на этом месте. Так считают некоторые краеведы, указывая на то, что на языке Коми-Пермяков Егошиха означает «медвежий бор», «медвежий лес». Еще в 1782 году из суздальских и пермских вотчин Голицына и его жены в разряд мастеровых сюда были переведены 368 человек, крепостных крестьян мужского пола, из коих только один, как указывалось в отчете приказчика, пошел по добровольному желанию. В Архангело-Пашийском заводе в 1860 году, по сведениям Мозеля, находилась православная церковь, часовня, госпиталь на 33 кровати, аптека и приходское училище для мальчиков. Однако, по мнению известного краеведа Киреева, настоящая больница появилась в поселке только после образования Пермского губернского земства, то есть после 1870 года. Она представляла собой сначала земско-фельдшерский участок, в здании которого размещались приемная аптека, квартира фельдшера. Только в 1901 году было закончено строительство здания приемного покоя на 19 коек. В 1887 году в
Пашии появляется общество потребителей. Оно основано по инициативе рабочих и служащих завода. Здание, в котором размещалось общество, было построено в 1904 году. По мнению того же Киреева, проект здания был разработан частной проектной организацией из Перми, строительно-техническое бюро Турчевича. Этой же фирме принадлежит и проект Народного дома. С 1924 года это клуб Ленина, который был основан в 1906-1910 годах по инициативе политического ссыльного врача Курдова. За свою революционную деятельность Курдов был выслан из Перми, а в Пашии развернул бурную общественную деятельность. Участвовал в работе библиотеки-читальни, которая считалась лучшей в уезде. Играл в драматическом кружке, пропагандировал санитарные знания. Строительство здания Народного дома началось в 1914 году, но не было закончено из-за Первой мировой войны. И лишь в 1919-1920 годах оно обрело свой завершенный архитектурный облик. Сюда была переведена библиотека-читальня, возобновившая свою деятельность. Гражданской войны с приходом колчаковцев была объявлена всеобщая мобилизация. Все цеха завода были закрыты, доменные печи были выдуты и до июля 1919 года не работали. В 1920 году из 10 доменных печей на 16 металлургических заводах Пермской губернии действовало только 2 – в Пашии и Чусовом. Выплавка чугуна составляла 4,5% от уровня 1913 года. В сентябре 1920 года выдала металл 2-я восстановленная домна в Пашии. Настоящим потрясением для пашийцев стала консервация завода в 1924-1926 годах. Он оказался единственным предприятием в Пермском горнозаводском тресте, который остановили на консервацию. Доменные печи были остановлены, а рудники затоплены. Вот так-то. В 1926 году по настоянию рабочих, общественных организаций, поселкового и районного советов решение о консервации было пересмотрено. 12 апреля завод вновь заработал, но затопленные рудники так и не удалось восстановить. Ну так-то, ломать не строить. И прежде чем что-то сломать, надо всегда подумать. Не надо пользоваться тем революционным призывом «Мы старый мир разрушим до основания затем». Разрушить всегда успеется, а вот построить – не факт. С 4 апреля 1929 года поселок Архангело-Пашийский завод был преобразован в поселок городского типа Пашию. В апреле 1935 года нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе подписал приказ о переводе доменных печей завода на плавку бокситов и производство быстро твердеющего глиноземистого цемента. Принципиально новый металлургический процесс, доменная плавка железистых бокситов с целью получения шлаков, пригодных для размола на глиноземистый цемент, был начат на Пашийском заводе в 1936 году. А производство новой продукции было полностью освоено накануне Великой Отечественной войны.
1943 года на предприятии начинается строительство комплекса цехов литейного производства. С этого времени оно становится известно как Пашистский металлургическо-цементный завод. К сожалению, сегодня, по словам пашистцев, чуть дышит только литейка. Домна давно потушена и даже была попытка ее демонтажа. Часть оборудования срезана и разобрана. Соответственно, и производство цемента свернуто. Остатки доменного производства стоят без дела. Но, по моему мнению, поселковые администрации и краеведы могли бы сделать из него отличный музей металлургии. Ведь это единственный доменный комплекс, который сохранился на территории горнозаводского района. Поселок Пашия часто посещается туристами во время сплавов, по входу в пещеру, поэтому актуальность создания подобного музея высокая. А как вы считаете, уважаемый зритель, нужен такой музей в поселке? Было бы интересно пройти по цехам древнего производства, соприкоснуться с историей. Спасибо, что пишете комментарии и отмечаете видео. Делитесь им в соцсетях и с друзьями. Это помогает другим людям увидеть и узнать что-то новое о своем крае, своей истории, интересных местах. Кто еще не подписан, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А я на этом заканчиваю. До новых встреч на нашем Перекрестке. Пока-пока. Путешествуйте вместе с нами на канале Перекресток семи дорог от странников.